Давайте сначала посчитаем, потом сам. Сначала засчитываем, сколько там. Молчу. Слушайте, значит, как ведомости, яркость, и то вот образование ведущими голосами. Итак, по выборам президента Российской Федерации. Значит, бумага номер один. Заявление избирателей 35. Что бюллетени получено членами избирательной комиссии 37. Число бюллетеней выданных избирателей 25. Число бюллетеней испорченных избирателей не покажено 0. Число возвращенных членами будет использованных бюллетеней 12. Вторая урна. Нет, секундочку, мы с первой сюда заедем. Значит, сколько мы здесь должны обнаружить по президенту. У нас 25. Так, сейчас мы выдержим, мы рассчитываем. И сколько по муниципальному собранию? По муниципальному собранию. Значит, первое. Значит, число бюллетеней 35, число бюллетеней 25, число бюллетеней выдано 25. Нет? Нас так попросили. Но все равно наблюдатели пусть подходят. Итак, я сейчас подсчитываю число бюллетеней по президенту. Мы его формировали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Да. Алло. Ну чего с фотками, в смысле? Ты с утра к нему поедешь, будешь забирать, ну, и надо будет ехать в фотолаве печатать. Из расчета-то. Прошу прощения. Угу, только последовательно. Сначала одно, потом другое. Да, да. Все процессы. Ну, хард, ты возьми флешку, на флешку закачай эти фотки, а хард надо обязательно забрать. Фотографировка должна вестись один за другим. Ни в коем случае не... Смотри, надо так, чтобы не позднее 12 фотки появились в твоей медиа. Мы сейчас подсчитываем твое количество. Значит, мы пока... Хорошо. Это уже твое количество. Давай. Так, третьего у нас не выходило из помещения, и так и была опечатанная. Ну, я сейчас ее открою, чтобы уже нам убедиться, она должна быть пустой. Внимание, пожалуйста, внимание. Значит, первое,